центре единоборств разыгрывают Кубок Омской области по кудо. Этот вид восточных единоборств можно назвать уникальным. Здесь спортсмены должны владеть элементами карате, дзюдо, английского и тайского бокса. Вот таким разносторонним должен быть атлет, в планах которого завоевать главную награду турнира. А на то, чтобы продемонстрировать все свои навыки, у тех, кто выходит на ковер, всего-навсего 2 минуты. Но этого вполне достаточно, чтобы реализовать все планы на бой. Для меня 2 минут хватает, потому что, возможно, можно сделать пару ударов руками, нога и перейти на болевой. На главный трофей турнира претендовали несколько омских клубов, гости из Прокопьевска и Новосибирска. Всего более 100 спортсменов выходили на ринг. Победители определяли в 3 возрастных категориях. Но вот интересный факт. Чтобы арбитры признали тебя профессиональным, мало владеть боевым искусством. Нужно быть еще и самым воспитанным. Мы когда заходим на татами, то есть мы тут делаем поклон татами, знак уважения. Далее судья приглашает на середину, поклон в сторону судейского столика. Далее к судье, шуршин называют, и уважение, приветствие друг друга, соперников. И после поединка они уходят с татами лицом друг к другу, то есть спиной выход, поклон. И они выходят с татами. И раскрываем интригу. А мячи уверенно выиграли открытый Кубок области по кудо. Первое место в командном зачете у наших спортсменов. Вторыми стали кудоисты из Прокопьевска. Бронза досталась ребятам из Новосибирска. Золото в личном первенстве завоевали амичи Николай Задворнов и Карим Естенин. Кирилл Черемнов, Никита Петренко. Кудо в Омске появилось относительно недавно, но уже успело завоевать спортивные сердца многих. И этот вид единоборств является кандидатом на включение в олимпийские виды спорта.